Баскин офицер. Учебная тревога. Ракетная атака комплексом «Гранит». Взлет разрешаю. Курс 47 градусов. На трассе по 107 обнаружил цель подводную. Атака подводной лодки ракетным комплексом «Метель». Стрельба двумя торпедами. Берег 295 градусов, дистанция 130 километров. Выдать целеуказание комплексу С-300М. Цель сопровождается. КП-1, КП-4. Цель сопровождается. Цель готов. Первая. Пуск. Вторая. Пуск. Дистанция 25 километров. Воздушную цель уничтожить. Баскин офицер. Отбой учебной тревоги. Есть отбой учебной тревоги. Вступление в строй тяжелого ракетного крейсера «Киров» существенно повысит мощь наносимых ударов по корабельным группировкам противника и боевую устойчивость своих соединений, действующих в удаленных районах морей и океанов.